Грандиозное открытие и первые медальные турниры. Европейские игры в Минске начали отсчет ярких побед. И первой из них стала работа международной команды, которая сделала незабываемым старт торжества мира, спорта и единения. Отсчет главного мультиспортивного форума Европы в духе олимпийского движения начался с зажжения огня. Прежде чем оказаться в сердце белорусской столицы, пламя проделало длинный путь более чем за полтора месяца. Из Рима, где в мае стартовала эстафета, огонь передавали друг другу сотни волонтеров. Накануне в чашу Олимпийского стадиона его внесли олимпийские чемпионы Беларуси разных лет. Они же и зажгли огонь вторых европейских игр. Трогательному моменту предшествовала яркая церемония открытия. Парад атлетов из 50 стран Европы и двухчасовое шоу. Путешествие по главным историческим и культурным страницам Беларуси «Когда цветет папоротник». Полное погружение в сказку для зрителей обеспечивали эффекты дополненной реальности. Так над стадионом парили аисты и зубры, атмосферу единения и телекартинка дополняли и яркие браслеты, которые были у каждого зрителя на трибунах. Так режиссеры сделали непосредственными участниками шоу всех присутствующих любителей спорта. А их на «Динамо» было 25 тысяч. Эмоции от церемонии открытия вместе с ними разделили зарубежные гости и президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь нас ждет 10 дней ярких спортивных побед и свершений. 4 тысячи спортсменов поборются за медали.